Друзья, вы не поверите, но мне подписчик, мальчик, написал: поиграйте, пожалуйста, в Tycoon Pro Princess. Вот, ребят, видите, принцесса тут стоит, и мне нужно построить замок принцесс. Представляете, я в игре для девочек, ура! Нужно строить дом принцесс. Ну что ж, начнем. Купи дроппер и получай деньги. Ну, это понятно. В каждом тайкуне нужно строить дроппер, получать... ну, какая-то это не деньги, это какие-то красные коробочки. Потом забираю денежки, потом строю следующий дроппер. И так постоянно. Так, так, так. Сейчас накопится 50. Оп, и я строю второй дроппер. Все, ну, денежки достаточно быстро идут. Теперь нужно накопить 400. Построить сильный дроппер. Это слабые, видимо, дропперы. А мне нужно сильный. Интересно. Смотрите, как выглядят замки. Вон там начальная стройка. Нет, начальная здесь стройка. Тут побольше. Тут уже вон второй этаж появляется. У меня же пока почти ничего нет. О, подарок! Ребята, смотрите, подарок лежит! Лаки-блок! Лаки-блок! Или это не лаки-блок? О-о-о-о! Опа! Так-так-так-так, миллион, миллион, пожалуйста! $700! Еще лаки-блок, ребята, тут можно деньги вот так еще зарабатывать. Так, так-так-так, миллион! Сто! Всего $100! Ну ладно. Построили такой дроппер, у меня еще 800, уже три дроппера. Ребята, три дроппера, тащат вот эти красные. Что это такое? Наверное, это маленькие женские подарочки, в которые превращаются в денежки. Так, следующий дроппер стоит 2000. Сначала мега-дроппер, потом все остальное, потому что важно сначала начать зарабатывать деньги, а потом уже строить. Так, лаки-блоки еще, пожалуйста. Еще, пожалуйста, лаки-блоки. Дайте мне лаки-блок. Не, ребят, к сожалению, нет лаки... О, вот он, мой дорогой лаки-блок, спасибо! Давай, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 300. Эх, что же это такое? Ну ладно, я накопил уже 2400, ставлю мега-дроппер, ребята, все. Теперь максимальное производство у меня денег. Так, вот девчонка пришла. Я в гости, ну, заходи, заходи, раз ты в гости. Теперь я начинаю строить стены, раз, ковер, два... Загрузка экипировки 3. Стены. Не хватает, ребят, денежек, ладно. Взял денежки. Ой, а что не взял? Взял денежки. Строю. Бам, стены 4. И смотрите уже. Быстренько у меня пошла стройка. Пушка турель премиум. Ай, лаки-блок девочка какая-то собрала. Эх, денежки мои ушли. Я, кстати, ребят, уже 2 уровня. Лаки-блок, лаки-блок, я бегу к тебе! Лаки-блок, сейчас я тебя соберу! Так, скип! Давайте, 2000, 2000, 2000! Есть! 2500! Здорово! Еще тут 2000, вот теперь я могу строить. Мы представляем новинки нашего магазина «Папа и дочки». Футболки и другая одежда коллекции «Приключения». В нее входят «Папа и дочки Десант», «Папа и дочки. Дикий Запад» и «Папа и дочки. Побег». Попробуй собрать всю коллекцию приключений. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку «Папа и дочки. Яркие». Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбираете здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества, посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. Стены 3, лазерная дверь, включим, чтобы никто не заходил без разрешения. Дальше продолжаем строить. Что здесь? Новый этаж за 3000! Бамс! Ребятки, здесь ковер. Стены. Дроппер! Дроппер за 1000, у меня всего 600. Скорей! Скорей, в первую очередь строим дропперы. Тогда будет больше денег, и я смогу быстрее все строить. Так, пойду построю дроппер. Вот это пока ничего не буду делать. Так, 1000, теперь 2500. Ребят, надо 2500 накопить.
О, зато сверху я теперь могу наблюдать лаки-блоки. Где они? Вон, вижу, там лаки-блок. Все, я за ним. Вперед! Ускоряюсь! Есть! Я до него добрался. Так, 2500, 2500. 5000! Даже 10 бывает. 5000, ребята, ничего себе! Вот это мощно просто. Мощно, у меня даже почтовый ящик есть. Пригласи друзей, прикольно. 5000, пойду-ка я срочно... Так, еще 10 соберу. Пойду срочно строить дальше дроперы. Первый за 2500. Следующий за 5. Есть, теперь 7500, и я смогу построить новый дроппер. Вижу лаки-блок. Так, с крыши разгоняюсь, прыжок! Бегу, 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 бегу. Так, сейчас построю свой замок для принцессы. Давайте сейчас... мне нужно увидеть 10 тысяч. 5 тысяч, ребята, 5 тысяч снова. Супер. Здесь 1000, пойдем. Здесь 7500 у меня еще нету. Надо 7500. Так, выйду, может тут лаки-блок сейчас упадет ко мне. Давай, вот здесь, прям на меня, падай. Эй, с неба. Эй, небеса Роблокса. Нету. Ну, ничего. Есть, денежки есть, пойду строить еще один дроппер. Готово! Все, ребятки, все 2 уже сделаны. Денежек пока нет, копим. А пока копим, смотрим сверху на мир внизу. Вижу, вон там! Вперед! Лишь бы никто его не забрал, иначе мне будет очень грустно. Ай! Эх, девочка забрала. Пошел обратно грустным. Привет, Алекс! Принцесса Тиана? Ребята, да вот как выглядит принцесса Тиана. У нее имя Алекс. Очень интересно. Так, собрал 3000. Пока внизу ничего не строю, основная задача продвигаться вверх. Загрузка экипировки, стены, отлично, стены 2, отлично. Так, это нам ничего не нужно, нам нужен следующий этаж. А здесь есть следующий этаж вообще? Не знаю, вроде бы должен быть, но не вижу. На картинке игры, смотрите, принцесса строит замок прям в космос. И я думал, что здесь будет замок в космос, но пока нет такого момента. И строим еще стены. Тыдынц, есть. Какой-то мост за 12 тысяч, ребята. Новый этаж за 10, нет, сначала за 10 новый этаж, чтобы новых дропперов получить. Видите, я принцесса, у меня свой замок. Скоро будет. Лаки-блок вижу. А, туда девочка идет. Нет, не идет, нет, идет. Эх, заберет сейчас лаки-блок, забрала. Грустно, грустно. Так, мне надо, ребят, накопить 10 тысяч, чтобы начать строить следующий этаж. И я, кстати, стану самым высоким, пока 3 этажа ни у кого нету. Кстати, ребята, эта принцесса, он наш подписчик. У него вон наш значок есть. Отлично. Так, смотрю, 10 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч. И 10 тысяч. Есть, ребята! Это самый крупный выигрыш, который здесь возможен. 10 тысяч. Чисто случайно его выиграл. Я просто в шоке, ребята, мне так повезло. Поставьте лайк, кто еще не поставил. Потому что выиграть 10 тысяч, это прям вообще невероятно. Итак, я теперь самый высокий. Нет, вот та девочка тоже уже построила. Ладно, строим дроппер за 5 тысяч. Следующий 10. О, девочка ха-ха-ха-ха, это наша подписчица, которая... Ой, меня тут зарубили. Девочка, которая прислала свои фотографии ВКонтакте, где она в наших футболках. Это было очень круто, мы снимали с ней видео. Так, бегу за лаки-блоком. Тут у чувака какой-то меч режет всех, а мне нужен лаки-блок. Так, успел. Так, мне надо 10 тысяч. Но мне дали всего 100. Самая маленькая цена. Смотрите, какой у меня темный замок. Я буду темным властелином этого мира. Так, 700. 700, и я поставлю следующий дроппер. Есть! Вон он! Срочно, срочно нужно его взять. Может, там будет 10 тысяч. Хочу 10 тысяч. Так, скип. И... 100! Опять всего лишь 100 долларов. Ладно, у меня там накопилось. Пойду строить следующий дроппер срочно. У меня тут уже 6 тысяч. Пойду построю новый за 10. Поднимаюсь наверх и ставлю за 10 тысяч. Следующий будет 15. Такс, ребятки. Здесь нужно купить что-то. Вот это что такое? Это звездочки. У меня есть звездочки, я наконец-то смогу нападать на плохих детей. На плохих ребят. А вот это что такое?
Это арбалет. Он стреляет какими-то штуками. Не так уж много, но стреляет. Ладно. Лучше бы... Вот, Lucky Block! Хватит! Есть! Так. Опа, ловим. 100. Я уже привык, что мне по 100 долларов дают. Ух ты, смотрите, невидимка меня зарезала. Так, девочка, розовенькая невидимка. Я запомнил ее. Так, мне нужно взять оружие. И справиться с этой вредной принцесской. Сейчас мы ей устроим. Где она? Где эта невидимая принцесска? Вот она. Я ее могу мочить на расстоянии. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Есть! Я ее подстрелил, как куропатку. Затю-тюкал я ее. Так, ну что у меня там с денежками? 15 тысяч уже есть? Нет, еще нету. Еще 4 тысячи до 15. О, там у чувака смерчи. Вижу Lucky Block, ребята, надо успеть добраться. Надеюсь, никто не доберется раньше меня. Может, мне там дадут 100 долларов, а может 10 тысяч. Это было бы неплохо. Так, никто не бежит? Нет, никто, я буду первый. Lucky Block. И надо поймать волну. Эх, 100 долларов. Мне сегодня не везет. Два раза повезло, и потом не везет. Так что смерчи охотятся на нас. Итак, 15 тысяч, я могу построить следующий дроппер. Вот он, за 15 тысяч. Все, теперь денежки будут идти еще быстрее. Но сейчас у меня появилась идея. 25 тысяч копить дорого. Я попробую накопить денежки, чтобы построить следующий этаж. Может получится. Стены. Тыдых. Следующие стены 2500. 7500. Это много. Есть! Получилось! 10 тысяч! Ну, наконец-то! Наконец-то мне повезло! Так, за мной бежит девочка. Сейчас я ее буду подстреливать. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Вот она бежит. И сейчас мы ее подстрелим. Есть! Но она меня все равно рубанула, ребят. Ничего страшного, у меня теперь есть 10 тысяч. Я пойду строить стены, следующий этаж. У меня уже 17 тысяч. Поднимаемся наверх моего... Эх, вижу там Lucky Block. Он так далеко. Поднимаюсь наверх, ставлю стену. Стену. А следующая стена 15 тысяч. Эх, мост тут какой-то будет. Но неважно, сейчас нам нужно 15 тысяч на новую стену накопить. Рядышком еще один упал, отлично. Хватит. Бегу, так. И... 100. А за второй не дали ничего. Безобразие, ребята. Я нечаянно его схватил, когда шел мой первый. И в результате ничего не дали. Так, тут какие-то декорации, всего 500 стоит. О, прикольно, это моя магическая лаборатория. Нажимаем стена. И... Я думал, здесь появится лестница на новый этаж, но нет. Это конец, ребята, крыша появилась. Все, полностью, можно сказать, тайкун построен. Больше уже ничего не построится, только доделать декорации и все. Ну что, друзья, я почти полностью построил замок принцессы Папы. Мне игра понравилась. Если вы любите тайкуны, ставьте еще один лайк. Всем хорошего настроения, всем пока-пока! Хорошие денечки с каналом Папа и Дочки! Друзья, мы создали свой телеграм-канал Папа Дочки Геймс. Чтобы в него перейти, можете отсканировать вот этот QR-код. Или введите вот эту ссылку. Или в телеграме наберите в поиске вот это слово. И вы попадете к нам в телеграм-канал. В телеграм-канале мы будем публиковать новые видео, новости, различные конкурсы на рубаксы. Например, из Дискорда переехали такие конкурсы, как оценка артов, когда вы рисуете рисунки на тему папа-дочки с помощью компьютера. Вот, например, Рита. А также можете присылать на оценку свои скины из Роблокса и много других конкурсов, о которых вы узнаете в телеграм-канале. Ссылка также есть в описании под видео. А ты уже установил игру 12 замков папой и дочки? Если да, то ты молодец, а если нет, то срочно скачай! У нас уже вышло 4 уровня. В первом уровне мы закрыли дом. Помоги нам найти все ключи. Во втором уровне мы ждем гостей, но им не войти, дверь заперта.
В третьем уровне мы попали в тюрьму. Помоги нам сбежать. И в четвертом уровне у мамы в животике кто-то живет. Узнай, кто. Игру можно скачать в Play Market и App Store. Просто вводите «Папа и дочки 12 замков» и скачивайте. Каждый день невластно снимаем Roblox игру, с утра запускаем. Рида, Арина с папой готовы, путь отправляются снова и снова. Папа и дочки, команда мечты, вместе они непобедимы. Папа и дочки, миры создаем, вместе они сквозь время идут. Карты любые втроем покоряют, от учителя в школе быстро сбегают.